have ways of blowing things up. Ребятушки, с вами Оладушки. Я не ожидал, что все начнется с кат-сцены. Но вы смотрите прямо сначала, если что. Welcome home, Great Slayer. Honor the priest. Ну что ж. Добро пожаловать домой, как говорится, да? Очень гостеприимно закрыть за мной дверь. Ладно, меня поприветствовали, и здесь, судя по вот этим костюмам, это все вот эти вот протарианцы. Вообще, протарианцы, это же ж вроде как немножечко из другого, но их здесь тоже... Ну, ладно, не заморачивайтесь. Хотите почитать, кто такие протарианцы, можете это сделать. Вики об этом расскажет лучше гораздо, чем я, так что давайте так. Значит, почитать. Древняя арена. Угу. Угу. Красиво, не поспоришь. Мы на Марсе вообще, как понимаю, да? Да. Нормально, отвернулся, передо мной дверь уже закрыли. На кнопочку и поехали. Секретики? Не. Ладно, на кнопочку и поехали. У них кнопки заедают, потому что механизмы изначально такие, что приходится прокликивать их. Что со мной не так? Почему я так иду? We found him in the valley, just outside the castle walls. Меня везут. He was badly wounded and wearing this. Guts. Huge guts. Kill them. Must kill them all. He has fight in him yet. In spite of his injuries. Send him to the arena. Let him be judged like the others. Может, я что-то не понял, что со мной сейчас произошло? Почему я был в таком фиговом состоянии? Итак, translation, перевод откуда-то там, из книги королей, ребятки, вот можете почитать. Я, опять же, это потом тоже все почитаю, попробую донести вам некие выводы. Не то, чтобы это мне пока помогало, надеюсь, вам поможет. Арена. О! Тут можно написать что-то. Дайте... Дайте в руки два баяна. Почему я не могу выше прокрыкать? Странно немножко. Так, альт... Да, через альт, короче, показывает мне цель, куда мне надо переться. Я же прилетел им морды бить. Какого фига я оказался в положении пленника? То есть, что произошло? Возможно, как раз в этих записочках-то все и рассказывается. Надо будет, реально, надо будет почитать потом, после того, как я запишу эту серию, честно слово, почитаю. Мне интересно. Так. Просто уж, пардоньте, ребятки, у меня немного ограничен хронометраж, и я не могу во время записи серии сейчас отвлекаться на то, чтобы читать и вникать, к сожалению, хотя мне бы этого хотелось. Приходится это все потом дочитывать, перечитывать вне записи. Ну хорошо, но я, видимо, так полагаю, да, нам сюда. Чё у нас по патронам? А, БФГшка пустая. Как здорово, ладно. Это у меня не снайпер. Да-да-да.
Leave this crusade. You cannot save them. Не пытается мне мозги запорошить, это в принципе понятно. Я бы на их месте, наверное, тоже так бы поступал. Это хорошо. Так, это не хорошо, но это хорошо. И еще одно. Это у нас анатомия. Еще один перевод из... так, это история Sentinel, Стражей. Тут есть что почитать. Как это называется, человек да Винчи? Тут у нас демон да Винчи, уж не знаю. Понятно. Буду с вами откровенен. Я давненько играл. Блин, тут прям читать. Сколько мы уже записок с начала серии подобрали? Даже не знаю. Так, хорошо. Кнопочка. Кнопочка — это хорошо. А тут у нас что тогда? Не, там что-то... One up. Здравствуйте. Открой мне One up, пожалуйста. Да, это открывает One up. Хорошо. Такая, ну, как бы официально большая такая кнопка. Странно немножечко. Ладно, окей. Три жизни. Три жизни. То есть, если сейчас начнется какой-то глобальный... Не пойми что. Да, хорошо. Without their souls, there can be no hell energy, and the Argent will cease to flow. О, здравствуйте. Восьмая часть. Стоп. А, ну вы же должны воевать друг с другом. Тут же это все по... Опять, надо читать. Почему эти, ну так, протерианцы, почему они находятся под властью демонессы? Что произошло? Надо читать, чтобы понять, потому что иначе, я чувствую, не поймем нифига. Так. Дайте мне вернуться на корабль, наверное. Блин, у меня же там эти есть батарейки, стражи и всякое такое. Мне такое ощущение, что меня сейчас к какому-то боссу третьему кинут. Ну что, все слишком... Ну, а хотя она сказала арена, хотя не знаю, что там за арена. Здравствуйте. Отдай мне свое очко, притарянец. Блин, я больше никогда такое говорить не буду. О, еще One Up. Их всегда было так много на уровне, или меня балуют? Что происходит? Checkpoint reached. Вообще хорошо. Девятое? Да, девятое, прикиньте. Black Star. Это не реклама. Так. Офигеть. Я тут за эти рукописи сегодня, думаю, засяду. Так, какие-то пророчества. Блин, все это красиво выглядит, на самом деле. Очень красиво. И так, кнопочка опять, да? Нажми на кнопку, получишь результат. Ну, давай. Жизнями меня побаловали, бронькой меня побаловали. Сейчас начнется что-то. Привет. Ага. Это у нас про Dead Graph контентик. Vega Dead Graph. И вот имиджик, собственно. One Fuzz в профиль. Но это третий Вася, которого нам надо убить. Привет, ребят, вас выпускать будут, не? А Вася выйдет, не? Не хотите? Их держит заперти, как каких-то животных. Может, почему каких-то? Вот. Гладиатор. Опа. А это нам про...
Это один или это их... Блин, это один. Это похоже на босса вообще так-то, по-хорошему. Ну что ж. Блин. Реально босс. Дайте мне БФГшку зарядить. Слушайте, это очень мило с вашей стороны, то, что вы мне даете патроны. Я это все ценю. Дайте БФГ зарядить. Патроны, броня, все как специально. Вот, блин, я же не прокачал, что... А, у меня была панч даже прокачан. Ну, похоже, вот и оно. Красиво. Ничего не скажешь, красиво. Скульпторы, художники у вас прям хорошие здесь. Чё за флешбеки? Рви и шмонай. Разрывай на куски, короче. You'll make a fine addition to the front line, stranger. The demons! They are everywhere. Это он вспоминает свое прошлое присутствие здесь. Dress his wounds and bring him to us. I want to know more about the others he speaks of. Yes, Your Grace. Это флешбеки. If Sentinel Holy Blood is spilled on these grounds, you will lose all sovereignty here. Убей его сейчас! Почему ты ждешь? Убей его сейчас! Это щит. Да, это щит. Привет, Василиса. Так, когда глаза щита зеленые, гладиатор должен атаковать. Стреляйте его, когда они зеленые. Ага. Чтобы спровоцировать на открытие. Это сейчас сработало или нет? Да, сработало. Красиво. Блин, это просрано. Да успокойся ты. Сработало. Хорошо. Так. Не того. Так, это его... Это его пропрало. Удары? Ударил, нет? Дай жизни. Дай патроны. Да успокойся ты доставать через всю эту, главное, а? По-моему, прошло. Ну проходит же дамаг, не? Так, близко к нему лучше не подходить. Есть, да, проходит. Ну, то есть мы его потихонечку фигарим. Успокойся, чувак. Отдай жизни и не отсвечивай.
Со здоровенными демонами надо сразу разбираться. Ну, проходит по нему что-то, да? Да, проходит вроде как. Давайте попробуем. А, вон его хпшка, кстати, сверху. Да, все, я понял. Ай, это было больно. Это ненужное лишнее насилие. Ай. Так, не-не-не, так не годится. У меня патроны заканчиваются. Ну, смысле, закончились. Так-то по-хорошему. Да, успокойся. Психованный. Блин, у него, кстати, две фазы, да? Это ему ничего не сделало. Да хорош, блин, два раза. Да. Иди сюда. Ну, снимает потихонечку. Да, эти грены его потихонечку гасят. Не сильно много, но гасят. Зачем это не перезарядка? Так, 14 патронов осталось. Понемножку, но снимаем. Так. Да не дохнем же! Вот же ж ты... Не тем надо стрелять. Сможем. Так. Чувака тут задело немножечко. Давай, добиваем! Чуть-чуть же осталось. Обломай его полностью. Так, он сейчас выкинет щит. Да, у него вторая стадия начнется. Щит это отдельный демон? Серьезно? Так, теперь, ну все, тебе хана. Так, гладиатор. Когда... А, без своего щита гладиатор более агрессивный и более широкий спектр атак. Когда гладиатор крутится... Его нельзя атаковать, потому что он будет все пули возвращать обратно мне. Когда у гладиатора глаза горят зеленым, он скоро атакует. Ау, блин, пардоньте. Это ему хоть что-то делает, нет? Нет, это ему ничего не делает. А, нет, стоп. Я ему чем-то урон нанес, да? Это наносит ему урон, значит. Ай! Эй! Да блин! Я хотел подлечиться за счет твоих мелких этих. Нет. Блин, он меня убьет сейчас. Вот one up. Патрошки заканчиваются. Не очень красиво.
Чем бы мне его бить? О, есть ракеты. А, я более-менее понял, как это работает. Тебе можно и по мордам въехать, неплохо. Да не упрыгивай ты от ракет. У меня ракеты не самонаводящиеся. Мне надо срочно было кого-то распилить. А теперь нужны хпшки. Чувак, дай мне еще демонов. Слушай. Давай хпшечку. Есть. Тай. Давай т-т-т-т-т-т. Есть. Готов. Добивашка, вот так. Его же... Да-да-да, давай-давай-давай, с размаху. Пока. В принципе, нормально. Мы только одну жизнь слили. Ну, как бы, ладно. Так-то могло быть и хуже. This stops nothing. Просто снеси ему голову. Спасибо. Вот тот случай, когда ты говоришь главному герою что-то сделать, он это просто делает, и он красавчик. Это сейчас было шикарно. Итак, троих... Да, до свидания. Только монетку оставил, все, до свидания. Опа, Blood Punch улучшен. Еще лучше. Мы прям затащили. Enter. Верните меня на корабль. Fortress of Doom. Получается, троих мы с вами уже грохнули. Нам остается сама вот эта вот... Space. Сама матка остается, да? Вега, что скажешь? The Conmaker has overloaded your systems. Vega has no control over... Я видел, там кто-то прыгает. If you had let the culling continue, the human race you fight to protect would have survived. Now I will resurrect the Icon of Sin. He will devour Earth and leave your home world in ruins. Life on your planet shall never return. And this will be yet another world you brought to extinction. Хорошо, дайте мне батарейки пойти поставлять. This stronghold will now serve as your prison. With no power, you can do no more harm to our mission. And we may continue the work that must be done. О, ребята, у меня для вас есть хорошая идея. А ты чё бегаешь? Ты... Так, ну вы все слишком мелкие, чтобы я на вас что-то тратил. Все, договорились, не? Есть еще кто-то? А, вот иди сюда. Так, вернуть кораблю питание. Пойдем. Пойдемте, вернемте. Куда? Сюда? Что? Ха-ха, ключиком. Плохо. The mission on Sentinel Prime was a success. The demonic consumption of Earth has been stopped. Only a Slayer's Crucible blade can stop a Titan. You must get to the Sentinel City of Taras Nabad to retrieve your Crucible before it is too late. Without it, the Titan cannot be stopped. Setting the portal to Taras Nabad.
Тараснабад. Так, Тараснабад, это, конечно, хорошо. Нам нужно открыть... Чего все такое красное стало? А, здравствуйте. Секреты на моей базе. А как я вам туда попаду? Это как-то сверху, да, надо зайти. Как я вам туда какаду? Хорошо, учтем. По крайней мере, мы это увидели. Так, это костюм. Хорошо. Апгрейд на пушку я уже взял. Это я уже брал. Так, у меня есть еще один апгрейд на пушку. У меня есть 2 очка протерианца. И есть... Вот это я уже все забрал, да? Смотрите, 1 и 2. Похоже, это все. Сколько у меня батареек? У меня батареек 4, то есть я могу открыть 2 вещи. Ну, тут, в принципе, тогда все логично. Забираем апгрейд на пушку и забираем 1 очко протерианца. Так, что мы можем, кстати, с пушками сделать? Давайте. Да, используй, пожалуйста. Спасибо. Да. Так уж неплохо получилось, что в прошлый раз мы подсобирали батареи. И сюда тоже, пожалуйста, да? У меня получится 1 неоткрытая комната всего лишь. А батарейки я пропустил точно больше, чем 2. Вопрос. Куда еще столько надо? Хорошо. Так, вы мне предлагаете ракетница, баллиста, миниган. Кстати, на миниган энергетический щит, наверное, я все-таки вставлю, потому что, ну, из этих 3 оставшихся грейдов, это, пожалуй, то, что мне сейчас больше всего зайдет. И вопрос еще вот в чем. У меня есть 17 очков. Это сюда эти 17 очков вставляются? Да. Я могу докачать чего угодно и докуда угодно. Хорошо. Так, давайте посмотрим. Боевой шотган. Полностью автоматический. Полностью автоматическим я не пользуюсь. А взрывные бомбы, взрывные эти я уже сделал себе. Здесь у меня всего немножечко прокачано. Мобильность. Так. Что ж, у нас есть мобильность. Что у нас еще есть? У нас, я бы такой, что плазмоган прокачал бы наш. Он очень хорош. Лучом я не пользуюсь. Это какая-то ересь. А вот тут вот супер разогретый. Да, я вот этого возьму. Это очень хорошая вещь. Теперь что мне нужно делать? Убейте 2 демонов одним выстрелом 30 раз. Это возможно. Мы этим часто пользуемся. Теперь бёрст ракетами. Быстрый захват. Тоже давайте я возьму. Тоже хорошая вещь. Теперь на шотган вот этот вот быстрый крюк. Давайте, давайте, все равно мы тратим эти очки. Нам нужно как-то все это прокачивать. У нас, по крайней мере, открываются, как бы, те способы, как мы можем достичь этих ачивок. У нас теперь осталось 2 очка. 2 очка, естественно, мы уже никуда не можем впихнуть, скорее всего. Да, я так понимаю. Да, тут все начинается с 3. Хорошо, зато мы прокачались. Это у нас турель. Это у нас щит. Ага, ждать надо, пока перезарядится. То есть открываешь, он гаснет. Первое ушло, второе ушло, третье ушло. Хорошо, значит, на пулемете у нас энергетический щит. Надо это попробовать запомнить. Супер. Ачечи. Ну-ка. Давайте сюда. Да, используем последнюю батарейку у нас имеющуюся. Я там немножечко, кстати, смотрел на карту. Наша крепость, она гораздо больше, чем мы исследовали. Возможно, надо будет еще походить по ней. Так, и у нас костюмчик, нет, стоп, костюм, вот, у нас 7 на прокачку есть. Можно сделать, смотрите, чтобы нас взрывами не затевало, чтобы бомбы восстанавливались, и они же нам давали дополнительные
А что у нас тут на грену идет? Ну, не знаю. Давайте я вот это все сейчас связанное с бомбами прокачаю. Все равно у нас есть на что это все качнуть. И последнее, чтобы взорвавшиеся бочки давали нам боеприпасы. То есть теперь бочки будут взрываться, не нанося нам урон, будут перепоявляться постоянно и таким тем самым давать нам дополнительные боеприпасы. Полный комплект. Хорошо. Насчет карты и насчет криогранаты я вообще не трогал. Насчет карты я один раз тыкнул, тут один, по-моему, был или что-то такое. Ну, можно еще вот это. Все равно один. Да, не, ладно, я на грену накоплю. Если после грены будет что-то оставаться, то тогда уже посмотрим. Супер. У нас остался один монетка. Вот. Вниз там можно... Я, кстати, посмотрел. Все-таки как-то можно эту игру перевести на русский. Я уже просто доиграю так, потому что, ну, не знаю, уж как это делается. Возможно, нужно... У меня просто весь Steam, все везде на английском. Возможно, из этого игра сделал вывод, что мне нужно все на английском. Весь Steam я на русский перекидывать, ребятки, извините, не хочу. Вот. Ну, надеюсь, что мы с вами будем в порядке и так. В любом случае... Я вам тут пытаюсь рвано кое-как пересказывать содержание сюжета. Вот, но... Нет, я мог бы сейчас сказать, что мы же все знаем, что мы сюда приходим не из-за сюжета. Нет, в этот раз у нас думчик с сюжетом. Дум с сюжетом, кто бы мог подумать, да? Вот. Тут у нас везде, кстати, эти рок-плакаты раскиданы, которые я понаходил. Опа, здрасте. Тут можно что-то почитать. Fortress of Doom. Описание. Прикольно. Ну и, собственно, да, это наша рубка. Капитакская. Здесь наш костюмчик. Всякие приспособулины. Ну, это грены. Обычная грена, морозная грена. Тут все-все-все. Короче, тут какая-то мастерская. Прикольно. Вот здесь мы не были. Да, тут вот наши пушки все... Пила, плазмоган. Это БФГ такая, да? Типа она не только широкая сверху, она еще и длинная снизу. Арбалет, миниган, ракетница, дробаши. Прикольно, прикольно. А тут мы можем посмотреть все наши достижения. Наши игрушки. Игрушек, блин, тут вагон и маленькая тележка, видимо. Я понимаю, что я 100-500 штук упустил. Но те, которые есть... Они прикольные. Тут их можно глянуть. Возможно, я еще потом под конец игры сюда подойду. Блин, я этого места раньше не видел. И тут... Да, это гитары. Это реально гитары. Офигеть. Вот. Прикольно. Такая комната для медитации, куда можно прийти кем-нибудь таким позаниматься. То, о чем я вам, собственно, и говорил, что наш корабль гораздо больше, чем мы его исследовали. Еще вниз можно пойти. Ну, вот тут мы уже были, да. Мы туда просто наверх не заходили. Тут у нас лифт. Короче, все, ладно, идемте наверх. Мы тут титана восстанавливаем, уж не знаю, каким образом это все. Так. Мы же находим с вами музыкальные все вот эти штуки. Да, тут можно выйти на улицу. Насколько можно выйти на улицу в открытом космосе? Вот куда еще батарейки пойдут. Смотрите, раз, два. И это, ну это, по-моему, просто очередной костюм, да? Я могу бесконечно шифтиться. Прикольно. Значит, тут еще можно две батарейки потратить. И, наверное, там. Да, еще и здесь есть костюм. Окей, это два просто дополнительных костюма. Ну, насколько я понимаю, просто косметически дополнительных. Ладно. Короче, у нас тогда, получается, осталось 6 батареек. 6 батареек, я крайне сомневаюсь. Вот, я не нашел музыкальный плакат. Я очень сомневаюсь, что я найду 6 батареек до конца игры, потому что я знаю, насколько много я их пропустил.
Вот, но теперь у меня, по крайней мере, есть выбор, на что их тратить. Я могу, ну, не обязательно потратить их на оставшееся очко претарианца, хотя оно нам даст какой-то физический баф. Я могу потратить их, там, допустим, на эти же костюмы. Или, знаете, что, может быть такое, что, ну, просто это уже 3 босса, и мы убили 3 этих. У меня такое подозрение, что мы с вами подкрадываемся к концу игры. Хотя, возможно, и нет, это, возможно, обманчиво. Вот, и я не знаю, вернусь ли я сюда еще. И знаете, такая у нас сегодня экскурсионная серия появилась. Мы просто пришли, замочили босса и пошли гулять по кораблю, а дальше мы с вами пойдем в следующей серии. Давайте сделаем так. Возможно, эта серия получится немножечко короче, чем остальные. Возможно, она будет не такая наполненная экшоном, как остальные. Но давайте сегодня сделаем так. Легенькое изички на расслабоне. Просто убили босса, просто погуляли, поболтали, провел вам экскурсию. Все, ребятки, пойдем мочить демоносов уже в следующей серии. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек и всем покеда.